Вот вам, спасибо, ой, нарезка Модеста. С овощами, вы сам как овощ, блядь. Не порежьте себе руки, не умеха, блядь. Кто так режет, блядь? Мы что? Папа, готовите уебищное блюдо? Вы что, ебанутые? Да долбоёб, блядь! Ты на собак попадёшь, но это уже не смешно, всё, нахуй. Всё. Сука! Блядь. Видишь, ты не приглашаешься. Люди, которые... Ты хотела сейчас не на скидке 12500? Не приглашаешься. Ну да, это где-то 50 размер. А, еще одна 7, да? И это до этого я, видимо, должен был догадаться, да? Я типа, ну... Блять. Гей-веб-сайт. Нормально. Че, прикольная игрушка? Кто смотрел стримы Наташи? Блядь! Капец, она ужасная. Она сгорела от того, что сложно? Атмосферная. Уже все смотрели? Я еще не смотрела. Развидеть. Натаха? Да не Натаха ужасная. Макс, ты ебнулся, можешь пойти поспать? Машина? Спасибо, блядь. Ой, ебать, сцена спортзала. Вот это спорт. Спорт жизнь, пацаны. Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Да-да. Не баланса. Ссылка. Дер, Максюш. И ваша верма под Моргенштерна. Да, блядь, опай нахуй. Алиса, стоп. О, блядь, ебать запах пошел, мужики, пиздец, заготовка идет по полной программе. Так, ладно, а что с этим делать? Блядь. Знаешь, с тобой так уютно на кухне одно готовить. На лагульке. Ну, типа, мне нечего добавить. Ой, я бы как будто на собачку наступила. Нахуй. Не, он наоборот тебя похвалил. А-а-а. Хуя токсичная. Я ебать. Это фасолька сделала. Это он лишний, серьезно, блядь. Нет, это лучше я обосрал. Это лучше. Смотри, я отошла покормить собак. Так он и обосрался, пока ты ушла. Сука, ты будешь вылизывать нахуй все. Он с кровью ёлнул, пиздец, у него не смотри. 2 секунды. А мясо? Боже, какой кошмар. Это ужас. Если ты снимешь свои трусики, я в тебя... Блин. Что происходит? Я ебал, меня сосали. Ребята, давайте сегодня зажгём. Кринге? Найдём. Блях. Как ты че тебе? А вот отрыгивает. Класс, его является сортес. Сказать. Почему у вас животное на кухне? Да, вот. Во-вторых, о, так чисто на кухне офигеть. Он должен настояться немножко, пропитаться сметаной. Но тут в связи уже берем. Ой, блядь. Испанский стыд. Блять. Че за ебло? Не, а сейчас забейте. Давайте не без комментариев обойдемся вот на этом моменте. Почему мне кажется, что он так Ленин еще сидит, как будто это стриптиз сейчас будет? У вас нет такого ощущения? А что вообще происходит? А типа он просто, ну, вызвал клоуна себе на стрим? Ему пришел клоун, костюм стриптизерша.
да. А это такая национальная их игра, и жанр, и дворовая игра. А, хорошо. Да. Я вот не понимаю, типа, это норм или не норм? Нет. Типа, мужик же, наверное, не смущается, а ему похуй, что так заплатят, что заплатили бы на детском дне рождения. Наверное, ему похуй. Здорово, вау. Он исчез. Куда же он исчез? Вау. Клево, 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 клево. Пять минут, окей, окей. Я еще извиняюсь. На припеве газану. Сейчас немного вот так постою я. Типа что-то знаю я. Будет клоун на ДР. Вот сейчас по песенку спою. Я вот задумалась, прям. Украдет и позовет меня темная ночь. И полжизни без меня я тебя отнимаю. Приведет тебя ко мне. Не, ну... Иди нахуй! Что? Что? Ты чё наделал? Ты понимаешь, что ты только что сделал? А Хесус реально короной заболел? Я видела у него название стрима, типа... Чё? Ты чё? Ты чё сделал? 150 сабок, ребят, посчитайте. Сначала выдать. Да, сначала выдать. Вуди, Вуди, на тебе, я ебу тебя во сне. Каждый просыпаюсь я. Чё, 60 тысяч, да. Да? 150? Подождите. Я тебе выебу на старости лет. Там 200 с лишним выпало в итоге, а в итоге больше. Иди нахуй. Все причины убивают друг друга, блядь. ПГ, блядь. На него умоляю. Как он его молча затопил. Как он его... Ой, что-то до давно я в GTA не играла, я так подумала. Я ничего. Ладно, я выйду нахуй пока. У нас Excel считает каждую копейку, ребят, если что, поэтому... В смысле? Но в этом ничего плохого нет, это очень хорошая черта, ты экономный. И поэтому на двух день рождениях сэкономит. Подарок еще едет, брат. Говорит, подарок едет. Подарок еще не приехал, блядь. Да, на каких днях рождения он сэкономил? Ну, кстати, Илюха уже думал, не ходи ко мне на день рождения, лишь бы не дарить подарок. Да, если я... Боже, бог, за что? Он заболеет внезапно. Да похуй, не будем чинить. Бусера Наташем бы? А так можно? Хорошо, хорошо. Ебать. А эта игра прикольная? А то я видела несколько людей ее стримили. Да, сыграй. Да. Теперь ее в экспедицию можно отправлять. Это а соло что только, да? Охуенная игра. Я играл 4 года назад, она такая старая. Класс. Она новая. Класс. Ну и смертельный трюк. Смертельный трюк мы сейчас будем видеть, друзья. И ехала. Вау. Вау. Вау.